توتة خلقتا لترنا هرواتي خي قديمتا خلقتا لتواتي نو قد مردوتا قاعت رواتي رابد يلبانا ويتا لمواتي آتن وات آتي وبيخلق قري يا ورخي ونيشي وكل سرتم خبري شمخ ملياني حوس بيقى قوري أخدوخ قاتخ أخدوخ قاتخ قبل توفن القغري. Дорогие друзья, сейчас прозвучала песня под названием «Мелати», которую исполнила известная здесь у нас в Торонто, и не только в Торонто, но и в Канаде, исполнительница, наша соотечественница Стелла Резго. Здравствуйте, Стелла. Здравствуйте, Игорь. Очень приятно видеть вас в нашей студии. Взаимно. Вы знаете, вы пели на таком интересном языке эту песню, который мне непонятен. Что это за язык? Это ассирийский язык. Я написала эту песню на слова известного ассирийского поэта, и мы сделали, записали ее на студии, и потом сделали видеоклип. Вот вы сказали ассирийский язык. Я знаю, что при слове «Ассирия» у меня сразу возникает образ Александра Сергеевича Пушкина. По-моему, один из его родственников как раз вот был представителем вот этого народа. Расскажите нам, пожалуйста, немножко, что это за народ, что за национальность. Нам всем будет очень интересно, потому что, к сожалению, немногие знают об этих людях и их судьбе. Да, я понимаю. Кстати говоря, мне этот вопрос часто задают, когда меня спрашивают, кто я по национальности. Я говорю, ассирийка, а что это за нация такая? Ну, вкратце объясню, потому что говорить можно очень долго. Вы знаете, у нас сразу ассоциация Сирия. Ассирия, да. Сирия. Вот в чем разница между Ассирией и Сирией? Ассирия — это очень древняя страна. Ну, Сирия тоже древняя, но Ассирия существовала до нашей эры, где-то на протяжении 2000 лет. Как государство, и перестало, к сожалению, существовать, по-моему, если не ошибаюсь, в 613 году или 12 до нашей эры, то есть очень давно. Но с тех пор ассирийцы как народ, они, в принципе, не растворились, они до сих пор существуют, большая часть их проживала на территории Ассирии, которая находится на территории современного Ирака, то есть на севере Ирака, где сейчас Мосул, как раз вот где вот происходят бои. Все эти бои. Так. И до начала всех этих событий там было где-то около 3 миллионов ассирийцев. Угу. Вместе с халдеями проживали на территории своих предков. После этих событий сейчас, вот на данный момент, есть такие данные, что их осталось всего 300 тысяч. То есть вы можете представить за несколько лет, что случилось вообще, что там произошло. Это там, а по миру, если взять, сколько? А по миру, то есть сейчас ассирийцы живут в основном в диаспорах. Угу. Они живут в Канаде, они живут в Австралии, они живут в Европе, в Америке очень много ассирийцев, ну, относительно много, и в России. Угу. В России. И я так понимаю, что вы имеете непосредственное отношение к ассирийцам. Да, конечно, я ассирийка. Угу. Родившаяся? Родившаяся в Грузии, в Тбилиси, но выросла в Москве. Угу, можно, понятно. Наверное, по акценту понять, что... Ну да, хороший акцент, да. Спасибо. Да, такой. Хотя мои друзья из Москвы говорят, что у меня уже появился канадский акцент. Ну что ж, замечательно. И вот спасибо, что вы объяснили нам о том, откуда происходит слово «Ассирия» и «ассирийцы». Вкратце бы нам сказали, а какое вероисповедание у ассирийцев? Ну, ассирийцы христиане вообще. Они это самый, как бы, один из первых народов, который принял христианство. Угу. И до сих пор этого придерживается. Понятно. И вот яркий представитель этого немногочисленного народа, вы, Стелла, обладаете великолепным совершенно голосом. Я не знаю, почему я до сих пор вот не знал, слушая ваши песни, что это вы.
Ваш голос мне очень напоминает голос, голоса таких известных исполнителей, как Лара Фабиан и других. В нем есть чистота, мощность, бархат. Вот почему вы до сих пор скрывались от нас? Да я не скрывалась. Вы знаете, ну, как, наверное, все иммигранты, которые приехали сюда. Ну, это уже было 20 лет назад. А поначалу было очень трудно. Были маленькие дети, нужно было вставать на ноги. Как бы о музыке пришлось забыть на какое-то время. Да. А потом, когда потихонечку все наладилось, и как-то первыми, с кем мне пришлось работать, это были ассирийцы. Благодаря моим родителям я знаю язык, и как бы вот у нас такая связь с ними, контакт произошел, они знали, что я из России, им было очень интересно, и меня стали приглашать. Я побывала в Америке несколько раз, ездила в Европу, и в Канаде тоже выступаю, и даже организовываю уже концерты. Понятно, так что вы в своей общине человек популярный, известный. Я думаю, что и в нашей общине после этой передачи вы будете супер популярны. Рейтинг у нас высокий, у вас будет еще выше, чем у нас. И я хотел бы, чтобы мы сегодня нашу беседу построили следующим образом, чтобы это были не только разговоры, но чтобы вы, как говорят, показали лицом ваши возможности и ваш голос. Поэтому я сразу хочу вам сказать, дорогие друзья, у нас запись не студийная, прямо сейчас, вот здесь, будет звучать просто музыка в наушниках у Стеллы, а она будет петь своим живым голосом. Давайте вот в течение передачи мы, наверное, 3 раза вернемся к песням. Вот что вы хотели в самом начале предложить нашим радиослушателям? Фрагмент какой песни? Я подготовила для вас сегодня. Я пою на нескольких языках. Русский, конечно же, входит. Ассирийский, английский. И на сегодня даже по-итальянски, если вы хотите. С удовольствием, с удовольствием. Давайте с русского начнем. С русского, хорошо. Итак, что это будет за песня? «Ой, то не вечер». Моя любимая русская народная песня. Замечательно. Итак, Стелла Резго, «Ой, то не вечер». Браво, браво, замечательно, спасибо. Замечательно. Итак, давайте теперь о вашем музыкальном творчестве. Когда вы впервые почувствовали, что вы можете петь не только перед друзьями или родителями, но и перед широкой аудиторией? Ну, вы знаете, наверное, когда я была еще совсем маленькая, потому что в школе сразу меня выделили учителя. На уроке пения я была всегда солисткой. А потом мама меня отвела в школу для одаренных детей, куда меня сразу приняли, к сожалению, музыкальную школу. К сожалению, там я всего проучилась 1 месяц. По каким-то причинам, мне неизвестным, родители не смогли меня туда больше возить. Было далеко, наверное, им было трудно. И вот все мое музыкальное образование на этом как бы завершилось. Дальше я себя образовывала сама. Я понимаю. То есть вы фактически учились сама пению, да? Да? А кто вам ставил голос? В принципе, я как бы училась, вы знаете, я слушала профессиональных певцов, и мне нравилось. И когда я попросила, я взяла уроки у одной певицы, известной в Москве, она мне дала всего 3-4 урока и сказала, что у меня природа и все есть, так что, знаешь, развивайся дальше сама. Вот так она мне ответила. Вы знаете, вот я знаю, что люди, которые родились в Грузии, независимо от того,
грузины, они ассирийцы, русские, евреи, украинцы, они все поют. Вот говорят, Грузия очень поющая страна. Вот такие, например, так сказать, столпы, наверное, вокального искусства, как Нани Брегвадзе, как Тамара Гварцетели, они оказали какое-то влияние на, ну, на конечно, вас? Конечно. Mm-hmm. Ну, мы, я же Советского Союза, я ребенок того самого времени. И выросла на всей этой советской эстраде, естественно, грузинские песни, особенно Тбилисо, в исполнении Нани Брегвадзе, это была песня, которую я очень любила слушать. И, ну, вы знаете, человек, который имеет как бы музыкальный слух, и он всегда впитывает в себя все самое, старается впитывать все самое лучшее, вот, и развиваться, и как бы расти на этом. Понятно. И, а вот если взять мировую, так сказать, классику, эстраду, кто вам импонирует, кто вам ближе всего вот, по духу, по манере исполнения? По духу, как вы заметили, Лара Фабиан мне очень нравится, импонирует ее мелодичность, ее красивый мощный голос. Вот это мне все очень нравится. Из американских, вернее, скажу, из канадских, это Селин Дион. Я очень люблю ее тоже, у нее красивые песни. И вот этот вот стиль как бы мне импонирует. И вы в этом направлении движетесь тоже. Ну да. Замечательно. Вы знаете, я знаю, что в вашем репертуаре есть песня, знаменитая песня, которую написал Люсио Далла. Это, он написал ее фактически для себя и для Лучано Паваротти, да, в свое время. Но эта песня стала сегодня как гимном, наверное, каждый уважающий себя вокалист, который обладает диапазоном соответствующим, исполняет эту песню. Я знаю, что она есть и в вашем репертуаре. Давайте мы послушаем кусочек. Я вас очень попрошу спеть сейчас прямо здесь, в студии, утром, вот фрагмент этой мелодии. С утра я, конечно, не очень в голосе, но я попробую. Давайте попробуем. Давайте. Итак, Карузо. Dove tira forte il vento. Sono vecchie terrazze davanti al golfo di Sorrento. Un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto. Così schiarisce la voce e ricomincia il canto. Se voglio negli occhi la ragazza, negli occhi verdi come il mare. Poi all'improvviso c'è la lacrima, lui crede di affogare. Ma tanto bene stai, ma tanto. Браво! Браво! Замечательно! Спасибо. У вас, знаете, у вас голос как будто летит. Он такой легкий, воздушный, и вы так легко берете ноты.
Я, ну, очень уважаю ваше мастерство. Я немножко разбираюсь в музыке. У меня слух, слава богу, присутствует. И я хотел бы вас вот о чем спросить. Ну, человек, обладающий голосом, безусловно, хочет подарить этот голос людям. И мечтает о том, что он будет дарить этот голос миллионам людей. Не тысячам, а миллионам людей. У вас такие мечты были? Вы знаете, были, конечно, в свое время. Но мне как бы пришлось выбирать. Я выбрала семью, детей. Наверное, воспитание. Потому что родители поначалу были как бы против того, чтобы я шла в большую музыку. И мне пришлось послушаться и пойти в тот институт, который хотели родители, чтобы я закончила. Какой это был институт? Ну, это был экономический, это был Плехановский институт в Москве, вот, который совершенно никакого отношения к музыке не имеет. Но потом все-таки, знаете, страсть, вот, наверное, вот, любовь к музыке взяла свое, и я начала писать песни на ассирийском языке, и с этим поехала потом, у меня был тур по Европе. Потом я целый год работала на радио. В Москве на ассирийском радио целый год. Так что мы с вами в какой-то степени коллеги. Мне очень приятно. Я чувствую вашу постановку голоса, дикцию, манеру говорить. Да, у вас все в порядке. Спасибо. У вас все абсолютно в порядке. Вы знаете, Стелла, я хотел бы вот в связи с тем, что вы сказали, что вы выбрали семью, вы выбрали детей. Это очень чисто, благородно. А вот каковы нравы вот в ассирийских семьях? Они воспитывают в строгости своих детей. Я знаю, что народы Кавказа, там слово отца, слово матери, ну, закон, в общем-то, для ребенка. А как у ассирийцев? Ну, за всех ассирийцев не скажу, но, вы знаете, в нашей семье было строго. Папа был всегда очень строг ко мне, хоть я была единственным ребенком в семье. Меня где-то и баловали, конечно, но мне было очень много нельзя. Нельзя много, не хочу даже в детали и все такое, но когда вот я уже, как я сказала, я стала взрослой и уже замужем и с двумя детьми, когда вот все-таки эта музыка и люди стали меня признавать, папа дал свое благословение, сказал, знаешь, что делай, что ты хочешь, я не хочу тебя тормозить. Но это все было потом. Он не сказал до того. Да, он сказал к сожалению. Потом. Да, я понимаю вас. Я понимаю. Интересно вот, очень, да. Понятно. Вот вы знаете, сегодня эстрадное искусство, оно, наверное, идет в ногу со временем. Да? Мы смотрим сегодня тех, кто привлекает внимание молодежи. Вы знаете, это R&B, различные стили, в общем, современный рэп и так далее и тому подобное. Но, вы знаете, среди молодежи тоже есть сегодня люди, которые заставляют оглянуться тех же молодых людей и заставить их слушать эту музыку, хотя она отличается, в общем-то, от современной. Я беру такую певицу, как Адель. Вы знаете, да? Да, конечно. Вот что вы можете сказать о вот такой певице, как она? Вот есть ли будущее вообще молодежной музыки вот такое, как она? Или это только единица какая-то, которая звездочка вспыхнула, и она погаснет, и снова будет сплошной R&B? Я не думаю. Я думаю, что такие, как Адель, еще будут. Ну, конечно, Адель в своем плане уникальная певица. У нее и репертуар уникальный, и голос, и вообще. Мне она очень нравится. И у нее очень много последователей, у нее очень много фенов. То есть и как среди молодежи, так и среди людей более зрелого возраста. И я считаю, что у этого будущее, потому что это настоящая музыка. Это все-таки R&B, это хорошо, ритмы, танцы и все такое. Но когда хочется музыки, это вот оно. Вот вы знаете, вот насчет оно. Вы знаете, вот есть сегодня песни, которые вот спросишь, какие ты знаешь самые известные мелодии или какие тебе больше всего мелодии нравятся в мировом масштабе за вот всю твою жизнь, да? И люди начинают называть очень просто Love Story, да? Допустим, если кто-то любит Sinatra, Strangers in the Night,
у Beatles Yesterday и так далее и тому подобное, вы знаете. Да, Let It Be, совершенно верно. Это We Are The Champions, это Caruso. И вот как вы считаете, вот есть песни однодневки, есть песни многодневки, а есть песни на годы, на десятилетия. Вот что должно быть в песне для того, чтобы она осталась в памяти человека навсегда? Ну, вы знаете, для меня музыка очень важна в песне. Ну и слова, конечно. Если слова никакие, то музыка тоже сильно не поможет. Ну, это естественно, да. Вот, и поэтому, ну, это как бы сочетание двух компонентов, да, музыка и слова должны быть хорошими и запоминающимися. И в песне, в хите должен быть какой-то кусочек такой, который вот прям вот он должен войти в вас. И вы даже не желая того, будете это петь. Вот, да. Вот, наверное, в этом заслуга композитора. Можно просто за свою жизнь записать только одну песню вот такую и стать известным. Как вот, я не помню фамилию этой латиноамериканской женщины, написавшей Бесаме Мучо. Да, и все. Да. И жизнь удалась. И, кстати, она не была композитором. Она просто написала, потому что она в этот момент почувствовала, вот у нее было такое состояние, она написала песню, и все. Вот, наверное, так песни и рождаются великие, да? Вот, наверное. Вот как что-то высшее спустилось с небес, да, и вселило в тебя вот... Это правда. Это, да, вот это. Кстати, вот это моя мечта, написать хотя бы одну песню, но которая останется. Вы знаете, я смотрю, вы очень хорошо владеете и игрой на фортепиано, и вы пытаетесь писать сама песни, да? Да. Я вам желаю успехов. Спасибо. Мы будем всячески пропагандировать ваше творчество. И вот в завершении нашей беседы, прежде чем мы предложим еще одну песню, которую мы закончим такой оптимистичной ноте, я хотел бы, чтобы вы сказали, а как все-таки можно иногда вас послушать? Где вас можно послушать? Дарите ли вы сегодня свое, в общем-то, концертное искусство аудитории здесь у нас в Торонто? Вы знаете, я с удовольствием подарила бы свое искусство, как вы выразились. Так оно и есть. Да. Нашему и русскому комьюнити тоже. Я больше работала с русским комьюнити в Миссисаге, потому что мы там много лет жили. А в Торонто я жила всего год, в самом начале своего, как бы, когда я приехала сюда. И поэтому у меня не сложились... Ну, я просто не знаю здесь комьюнити так хорошо, как в Миссисаге. Но, естественно, самый большой комьюнити — это в Торонто. И если у кого-то будет желание организовать концерт и пригласить меня, я с удовольствием приму это приглашение. У вас в репертуаре хватит песен на концерт или только на отделение? Ну, если нужно, я сделаю концерт полностью. Он не будет весь на русском языке. Там ну, естественно, будет, естественно. У вас есть, я знаю, группа, с которой вы выступаете. Есть и группа, спасибо, что напомнили. Эта группа называется Voices. Нас трое девушек в этой группе. Мы поем, мы очень любим петь на три голоса, и мы поем как и соло, так и гармониями, понятно. В общем. И у нас есть и выступления вместе, где мы на студии записываемся. Сейчас готовим, кстати говоря, у нас к маю месяцу будет концерт, и я вам сообщу. Замечательно, замечательно. Спасибо большое. Вы знаете... Я бы хотел, чтобы мы завершили, значит, нашу программу, нашу беседу с вами на оптимистичной ноте. Вот что бы вы хотели сейчас подарить в завершение нашей беседы нашим телезрителям и нашим радиослушателям? Я хочу подарить хорошее настроение. Хочу вам подарить хороший день. И эта песня называется «A Better Day». Лучший день, да? Да, лучший день. Лучший день. Ну, что, каждый день будет лучше. Спасибо вам большое за то, что вы посетили нас сегодня. Мы желаем успехов в вашем творчестве, в вашей жизни. Спасибо, что вы дарите свой талант нам, вашим слушателям. Спасибо большое. Melody came back to life, and suddenly it felt like the ocean breeze at night, refreshing rosy glass of wine. Then I woke up to an empty room with
my open window to the moon, wondering if the sweet taste on my lips was just a dream that fades away with tears. Come on, let the music take us far away from the cold winter nights to the summer days. Just let your heart be filled with joy. Together lie, put all your fears behind and learn to fly. It doesn't pay to live in fear. The past will be the past, but the future's here. You can shape it any way you like with the tools you've given in this life. Feel the wind.